Всем привет! Предлагаю совершить небольшое путешествие во времени. Дизайнеры уже решили, куда именно мы отправимся. В эпоху абсолютного максимализма, безумных принтов и оттенков вырви глаз. Я говорю, конечно же, о 80-х. Полный вперед! Хотите выглядеть по-настоящему стильно? Вдохновляйтесь образами Мадонны, Майкла Джексона и принцессы Дианы. Но не стоит воспринимать их как прямое руководство к действию. В противном случае есть риск и впрямь показаться пришельцем из прошлого. Лучше постарайтесь подметить характерные для того времени приемы и воспользуйтесь ими. Яркие цвета, крупные аксессуары, силуэты формата XXL. Нужны еще идеи? Не вопрос. Сейчас я расскажу вам, как носить тренды 30-летней давности с поправкой на современные реалии. 80-е были временем сильных женщин. Они стали работать наравне с мужчинами, и это напрямую сказалось на их гардеробе. Самый очевидный пример – женщины экспроприировали мужчин в убортные жакеты с ярко выраженной линией плеча. Добавьте блузку с бантом, золотые украшения, сумку строгой формы, юбку и лодочки на каблуке и отправляйтесь по делам. Этот образ будет одинаково уместен и в офисных декорациях, и в учебной аудитории. Объемные джемперы – еще одна примета 80-х. Яркие цвета и пестрые принты только приветствуются. Такая вещь точно поднимет настроение и вам, и окружающим. Носить ее можно с чем угодно, например, с легким платьем, короткой юбкой, шортами. Однако в условиях осенней непогоды я бы рекомендовала остановиться на джинсах. К ним подберите любую удобную обувь. Это могут быть туфли на каблуке, ботильоны или, как в моем случае, простые белые кеды. Вечерние образы 80-х были особенно роскошны. Выразительные украшения, туфли на шпильке, платье с богатой отделкой. Это же просто квинтэссенция праздника. Сейчас так тоже можно. Ваш секрет успеха в образе на стыке 70-х и 80-х. Попробуйте скомбинировать комбинезон, расшитый пайетками, с черной водолазкой. И гарантирую, вы станете звездой на любой вечеринке. Как видите, в поисках нового всегда полезно обращаться к старому. Попробуйте сами. Увидимся!